Если умываться молоком, то человек будет нравиться людям. Оказывается, это один из тайных обрядов, причем обряд такой достаточно эффективный. Если человек утром берет чашечку и перед тем, как умыться, моет лицо молоком свежим, не магазинным, а от настоящей коровы, то этот человек становится благословленным Богом Вишну, и после этого у этого человека появляется и материальное благополучие, появляется везение, появляется красота лица, люди начинают хорошо относиться. Но я хочу вам сказать, что мыть нужно только лицо. Дальше, как правильно умываться, я хочу вас научить. Для того, чтобы умываться так, чтобы в жизни вам очень везло и чтобы вас никто никогда не сглазил, перед тем, как начать умываться, нужно сначала помыть левую руку до локтя, после этого правую руку до локтя, и после этого вот так руки держать и умыть несколько, брызнуть себе несколько раз в лицо. И только после этого руками прикоснуться к своему лицу. Вот если так делать, вас никто не сглазит, у вас будет очень хороший день, будет большое количество сил. Недавно я писал это в своей статье и говорил об этом на прошлом вебинаре. Я говорил, люди, бойтесь зеркал. Меньше смотрите в зеркала, потому что когда человек смотрит в зеркало, то в этот момент он перестает быть заметным для окружающего его мира. Поэтому в случае, если вы любите зеркала, меньше в них смотритесь. Андрей Андреевич, скажите, золотой браслет на какой руке лучше носить? Можно золото носить на себе, где захотите. Золото считается священным металлом или святым металлом. Золото человек может носить на себе, где он захочет. Если вы женщина, знайте, чем больше на вас будет золота, тем теплее будут вокруг вас отношения по отношению к вам. Именно поэтому женщины, когда взрослеют, они стараются одевать на себя большое количество золота. Когда на женщине много золота, то люди, которые находятся рядом с ней, они перестают к ней плохо относиться, начинают ее любить, начинают относиться тепло, ну и так далее. Именно поэтому, когда женщина взрослеет, или когда у мужчины или у женщины появляется такое ощущение, как будто весь мир к ним плохо относится, то появляется желание очень часто приобрести себе что-нибудь золотое. Я рекомендую носить обязательно кованый золотой браслет желтого цвета. Чем выше проба, тем лучше, на правой руке женщинам. Таким образом, это обозначает верность, это обозначает постоянство, это обозначает стабильность в жизни, это обозначает вот радость такую. У меня жена моя носит на правой руке вот такое из чистого золота браслет. Подскажите, пожалуйста, каким обрядом можно вернуть мужу потенцию? Для того, чтобы вернуть мужу потенцию, нужно ему в ноги обязательно ложить что-нибудь, что имеет фалообразную форму. Это может быть огурец, это может быть баклажан маленький, это может быть что угодно. Также проводите иногда вот такой обряд. Если вы ночью положили огурец ему в ноги, то утром, когда он уйдет на работу, возьмите огурец и поводите его по горячему чему-нибудь или опустите его в кастрюлю, в которой варится вода. И после этого выбросьте. После этого сделайте так несколько раз. Я обещаю, что потенция у вас улучшится во много раз. Как сделать так, чтобы муж не врал? Сделать так, чтобы муж не врал, возможно, но это делается можно сделать при помощи обряда, о котором я сегодня рассказывал. Купить бусину из янтаря большую и носить ее на себе, тогда врать вам перестанет. Проходите мою первую ступень в обновленной версии. Я там рассказывал, что существует определенный символ, который достаточно нарисовать у себя на груди мысленно утром для того, чтобы тебе не врали. Какой это символ? Ну зачем я буду рассказывать сейчас вам здесь, если вы можете приобрести ступень? У вас все в ваших руках.